Огромное пространство киевских земель нашествие Батыя выжгло дотла. Опустошенные земли делили литовцы и поляки, которые в конце концов объединились в единое католическое государство Речь Посполитую. Наш фильм о тяжелых для православия годах на Западной Украине Червонной Руси. В то время князь Даниил Галицкий один противостоял татаро-монголам. Перед ним встал тот же выбор, что перед Александром Невским – пойти на союз с Западом или с Востоком. При его отце, князе Романе Галицком, на Западную Украину римские легаты шли с просьбами принять католичество, предлагая в награду королевскую корону. Роман тогда высмеял их и отослал ни с чем. Сын Романа, князь Даниил Галицкий, к Западу относился куда более терпимо. Защиту от татар Даниил Галицкий попросил у Папы Римского. Папа Римский потребовал малости от Даниилы. Признать папу главой русской церкви. Поначалу Данила отказался от этого, но потом короновался и дал клятву повиноваться римской церкви. Александр Невский принял Восток, а Данила Галицкий – Запад. Но потом поплатился за это, потому что Польша пришла сюда, и Галиция стала частью Речи Посполитой. Даниил Галицкий короновался и дал клятву повиноваться римской церкви. Но папа помощи не дал. Вместо рыцарей хлынули католические миссионеры, монахи Бернандинского и Доминиканского орденов, которые приняли строить костелы в городах Червонной Руси и насаждать здесь латинство. Даниил спохватился и отказался от договора с папской курией. Но было поздно. Его политический компромисс оказался необратимым. Христиане, благословляю оружие ваше, что огнем очистит от схизмы Речь Посполиту. За слабость, за трагическую ошибку Даниила Галицкого Червонная Русь поплатилась сурово. Во второй половине XIV века ее захватила Польша. Вслед за Галицким разломом произошла череда очень тяжелых для православного народа событий, не закончившихся и сегодня. Все делалось умно, хитро, продуманно и изощренно. Из грамоты польского короля каждый рыцарь или боярин, принявший католическую веру, и его потомки имеют и будут иметь полную и всякую возможность владеть замками, волостями, деревнями и домами на основании одинаковых прав в других землях королевства. Всякий, кто, приняв католическую веру, позорно от нее отойдет, или кто будет отказываться принимать ее, не должен пользоваться никакими указанными правами. И правильно, и многие-многие знатные фамилии соблазнялись громкими титулами, замками и всякими благами, которые сулил король. А в народе все чаще и чаще римская вера считалась панской, а православная – холопской.
польский король распоряжался церковными имениями, архиерейскими кафедрами и монастырями совершенно по-светски. Он раздавал их своим подданным за верную службу, а иногда попросту продавал. А за Владимир-Волынскую кафедру вообще развернулись боевые действия. Сразу два кандидата получили грамоту на ее владение. Ну вот, ошибка у них вышла. Один поторопился и занял кафедру раньше, а второй, недолго думая, притащил пушки и стал обстреливать вот этот собор. На мой взгляд, религия создает тембр жизни верующего, а тембр жизни создает облик верующего. И если присмотреться, то все-таки отличается облик православного от мусульманина, от католика, от иудея. Нельзя говорить, какой лучше. Ну, для всякого свой лучше. А интонацию облика все-таки создают поступки. И вот я вычитал, что среди епископов Западной Руси, а все они были из шляхтичей, было в порядке вещей иметь жен и любовниц. А епископ Кирилл Терлецкий нападал на соседние имения, грабил на дорогах и даже насиловал. О Терлецком я еще потом расскажу. Православные с ужасом смотрели на разорение церкви. Вот из письма митрополиту Киевскому. А что сказать о порубании святых крестов, об отобрании колоколов? Из церквей делаются иезуитские костелы, и имения, которые были подарены Церкви Божьей, привергнуты костелом. В честных монастырях вместо братьев живут игумены с женами и детьми и владеют и правят церквями Божьими. Из больших крестов делают малые, и из того, что подарено в честь и хвалу Богу, совершают святократство и устрояют себе пояса, ложки, злочестивые сосуды для своих похотей. Это мольба о помощи, отчаяние. Это из письма митрополиту Киевскому. А история греко-католической униатской церкви началась почти за век до галицких событий. На так называемом Восьмом Вселенском соборе греческая и римская церковь объединились против усиливающейся Османской империи. Но Рим Константинополю помощи не прислал, и Константинополь пал 29 мая 1453 года. Турки Османской империи захватили город, разрушили храм Святой Софии, превратили его в мечеть, и православного центра не стало. А всех православных католики стали называть схизматиками и приравнивали их к язычникам. Многие поколения русских императоров жили идеей возвращения этого храма православию. Об этом мечтали писатели, такие как Достоевский, Тютчев, Леонтьев. Но также мечтали, как иудеи мечтают вернуть себе храм Соломона. Но пока Святая София – музей. Падение православного Константинополя, его разорение достигло славянских земель и теперь вовсю бушевало на Червонной Руси. Расхождений между католицизмом и православием много, но я думаю, что большинство из них просто не очень понятно и даже не очень осознанно. Самое важное расхождение – это догмат о примате папской власти. То есть католическая церковь утверждает, что папа является наместником Христа на земле,
Ему должны подчиняться все христиане на земле. И высказанные папой мнения о церкви не подлежат сомнению и обсуждению. Для Восточной Церкви это неприемлемое решение. У нас были и патриархи, которых мы изгоняли. Например, патриарх Игнатий, который принял унию и вошел в общение с католиками, он был изгнан из Москвы. Православные русины в галицких городах были людьми второго сорта. Их не принимали в цеховые организации ремесленников. Им отводились отдельные кварталы для жизни, и они не были защищены крепостными стенами, эти кварталы. Но именно в этих кварталах образовывались такие ячейки мощного православного духа. Назывались они братство. И вот силами братчиков и защищалась честь православных людей здесь, в Галиции. А все началось по-русски с застолья, когда в церковные праздники садились за один стол бедные и богатые. Раньше других возникло Львовское братство, а потом и по всей Украине. Патриарх Антиохийский Иоаким утвердил устав Львовского братства, и теперь даже львовский епископ не имел права вмешиваться в дела братчиков. Как собирались братчики? По Русской улице проносили знамя, тогда оно называлось «Циха». И братчики обязаны были по этому сигналу собираться. Если какой-нибудь из братьев не являлся на этот призыв, его наказывали. То есть наказывали какой-нибудь такой неприятной работой. Ну, посылали на колокольню, и он там плавил воск для церковных свечей. Имели братскую кружку. То есть собирали деньги, которые потом шли на обучение, на содержание типографии, на госпиталь. Братчики, в общем, имели право даже не подчиняться своему епископу, если он пойдет против закона братства. Существовал братский суд. Вот выписка из братского суда, я сейчас прочту. А если кто из братьев пренебрежет с гордостью церковным братским судом, тот досудится как преступник церкви. И если в 4 недели не покается, то как поганец и явный грешник отлучается. По тем временам это было страшное наказание. Мастера, ремесленники, трудовой люд – это они спасли православие на Западной Руси. Это они днем трудились в поте лица своего, чтобы оторвать от семьи грош и отдать на церковь или монастырь, чтобы было здесь красиво и уютно, потому что здесь жила их душа – православная вера. Вот этот огромный красавец Успенский собор построили братчики. Построили они на свои деньги. Но русский царь Федор Иоаннович прислал им помощь. 40 сороков соболей, 5 сороков куниц, 40 угорских золотых дукатов и 30 рублей серебром. Это была по тем временам колоссальнейшая сумма. А в 1594 году львовский магистрат запретил православным колокольный звон. Но братчики подали в суд на магистрат и выиграли процесс. Дьякон Иван Федоров успел напечатать в Москве только «Апостол и Часослов». А потом, говорят, должен был бежать, потому что чернь разгромила и сожгла печатный двор. Сначала он жил в Белоруссии, а потом переселился во Львов. При Львовском братстве уже была неплохая библиотека, но книг на славянском не хватало. Значит, о Федоре мы очень мало знаем.
Самая первая дата реальная – это 19 апреля 1564 года, когда был начат к печати «Московский апостол». Тут мы знаем, что Федоров был диаконом государевой церкви Николы Гастуни. И, безусловно, сама типография была основана Иваном Грозным. Это, в общем, еще известно, говорить о его очень высоком образовании. Потому что он ведь не только знал греческий и латынь, он на них печатал. Моменты ошибок, а их нету. А станок это федоровский. Вот она стоит на федоровском станке. Скажем так, это тип федоровского станка. Такой же точно был у Ивана Федорова, но только более совершенный. Вот эти части у него были из металла, потому что он же занимался еще артиллерийскими делами. Он у нас был пушкарем. Есть такой документ, он очень мало известен, но он существует. Значит, письмо 23 июля 1583 года, уже где-то долго до смерти, к саксонскому курфюрсту Августу, лично от Ивана Федорова, с предложением купить разборную мортиру, которая собирается и разбирается на поле боя. Еще он был неплохой литератор. Кроме того, что знал прекрасно средневековую литературу, потому что цитаты идут. Очень известных вещей, там не говорю о Дамаскине, Златоусте, это само собой, известных вещей, но как это все излагается, как подобрано, насколько страстно это все, в общем-то, доносится. Значит, Это апостол? Это апостол, Львовский апостол, 74-го года. Здесь гравюра святого Луки, несколько иная, нежели в московской. Текст апостола канонический, конечно. Значит, и здесь идет очень интересная вещь. Фактически первые печатные мемуары, как в России, так и на Украине. Значит, они называются «Сия уба повесть изъявляет, откуда начася и как освершися друкарня сия». То есть здесь свободная типография уже была лично Ивана Федорова основана. Но, конечно, с трудностями большими столкнулся, потому что типография требовала огромных, в общем-то, денег в те времена. Ну, очевидно, вот это и заставило его обратиться опять к приглашению князя Острожского, где была основана уже такая мощная типография. Князь Василий Острожский был киевским воеводой и знатнейшим в Польше паном, знатнейшим и богатейшим. Его владения ни от кого не зависели. Все зависели от него. Такое богатство у него было. И будучи сторонником польско-литовских королей, сторонником независимости от Московской Руси, он, тем не менее, был главным защитником православия в Речи Посполитой. Фактически сначала он создал своеобразный научный кружок, Острожскую академию, и была открыта типография. Это была типография князя Острожского. И там ему был нужен, конечно, опытный печатник. Это был огромный издательский, как сегодня говорят, проект. Гонцы отправились по всему миру искать точные списки, переводить их, править. Даже Иван Грозный помогал князю. Первая Библия вышла из Федоровского печатного станка 12 июля 1580 года. И до сих пор Острожская Библия считается шедевром полиграфии. На могиле Ивана Федорова было выбито «Друкар книг предтим невиданных». Первопечатника Ивана Федорова похоронили здесь, в Ануфриевском монастыре. Монастырь, построенный князем Острожским, тогда принадлежал Львовскому братству. Здесь же была и типография, в которой работал Федоров. Потом монастырь захватили униаты и уничтожили могилу первопечатника. Летом 1591 года в Бресте тайно собрались четыре православных архипастыря и составили документ, в котором речь шла об унии, то есть готовности русских православных пастырей признать верховную власть папы над православной паствой в обмен на сохранение в церкви восточного православного обряда.
Ну, это примерно так, если бы сейчас собрались 4 архидеятеля и постановили, что Россия пусть останется как Россия, говорят по-русски, думают пусть даже по-русски, если могут, и делают, что хотят, как делали, но только командовать будет президент Соединенных Штатов нами. Двое епископов отправились в Рим и присягнули от имени всего епископата и православного народа, присягнули папе на верность и даже облобызали папскую туфлю. Одним из них был Кирилл Терлецкий, тот самый, который насиловал, грабил. Мы о нем говорили раньше. Так началась уния на православной Руси. Папа Римский приказал выбить медаль с изображением коленопреклоненных русских епископов и надписью «Русские приняты». Впрочем, поторопился папа. И предательство епископов вызвало такое возмущение, такую бурю возмущения. И чуть не начались военные действия. Так что князь Острожский, разослав письмо, вот кусочек, отрывок, гневное письмо. «Наши мнимые пастыри тайно согласились между собой, окаянные, как христопродавец Иуда, отторгнуть благочестивых христиан в здешней области без их ведома. Князь потребовал собора, чтобы православный люд сам решил свою судьбу». Оба собора, униатские и православные, собрались в Бресте. И оба анафемствовали друг на друга. Посланник патриарха Константинопольского архидиакон Никифор Кантакузин объявил униатов лишенными сана. Польский король поспешил утвердить унию, но православные шляхтичи потребовали разбирательства в сейме. На стороне православия был закон, а на стороне унии государство и король. Экзарха Никифора скоро арестовали. Его обвинили в шпионаже, чернокнижии и даже в прелюбодеянии с матерью султана. Суд был позорным. Никифор блистательно отверг все обвинения. Суд не нашел никакого состава преступления в его деяниях. И, тем не менее, Никифора заточили в один из тевтонских замков. Там несколько лет морили голодом, издевались и уморили. А прах покойного православного Василия Острожского, его внучка, ставшая к тому времени католичкой, выкопала из могилы и перекрестила по католическому обряду. За ширмой стоял человек, и на вопрос ксёнза, согласен ли покойный переменить веру, человек отвечал – согласен. Для православия начались черные дни. Все чаще братчики носили циху по улице, и братство собиралось по особым случаям. Потом король велел забрать земли все монастырские и церковные и отдать их иезуитам. А дальше католики с оружием в руках ворвались в православные храмы и монастыри, выволокли священников из храмов и запретили проводить богослужения в православных храмах. В древних свидетельствах и житиях есть такая фраза «богословствовал на рынках». То есть был момент, когда богословские вопросы интересовали всех. В Греции не было такого, в Константинополе, на Востоке не было такого, чтобы вопросы веры интересовали только богословов, которые решали это там на своих каких-то закрытых заседаниях. Это всегда было предметом всенародного обсуждения. В свое время это сработало очень сильно для спасения церкви. Вот такое время наступило на Украине, когда началась уния.
Ведь практически все архиереи, почти все, перешли в унию. Но не таковы были братства. Мирян, братство мирян. Их подвигом, на самом деле, противостояние, была спасена церковь, было спасено православие на Украине. Вот свидетельство о том страшном времени. Уже в больших городах церкви запечатаны, церковные имения расхищены, в монастырях нет монахов. Там теперь забирают скот. Дети мрут без крещения. Покойников вывозят из городов без погребения, как падаль. Мужья с женами живут без церковного благословения. Народ умирает без причащения. Во Львове ни униат не может приписаться к цеху, то есть работать не может. К больному нельзя открыто идти со святыми тайнами. В Вильне тело православного покойника нужно вывозить из города только в те ворота, в которые вывозят нечистоты. Вот не знаешь часто, откуда что берется. Значит, тогда было так. Священника, который не принимал унию, изгоняли из храма. Помещик церкви отдавал в аренду иудеям, а иудеи брали деньги за исполнение треб. А за долги отбирали церковное имущество. И вот в 17 и 20 веке все это вылилось в еврейские погромы. Святая Почаевская лавра выстояла при советской власти. Фашисты бомбили ее и не разбомбили. Но самые тяжелые времена все-таки это греко-католические притязания, которые сейчас проявляются в отношении Почаевской лавры. По преданию, еще в X веке на горе жили монахи. В XIII сюда бежали от Батыева нашествия и на Кикиево-Печерской лавры. Но общежительным монастырем он становится при Иове Почаевском. Взамен отобранных униатами обителей по всей Западной Руси появлялись новые православные монастыри. И одним из самых славных был этот. Только в конце 17 века его захватили униаты, но Николай I вернул обитель православным. Единственное место, где Пресвятая Богородица оставила свой след на земле, стопа Пресвятой Богородицы находится в Почаеве, вот на этом святом месте. В 1240 году монахи Почаевской лавры молились, чтобы Господь помог им спастись от татаро-монгол. И когда они молились день и ночь, явилась в огненном столпе Богородица. И они увидели, что она вознеслась на небеса. И когда все это рассеялось, увидели, что на земле остался след Богородицы, правая стопа. И вот это место. И к этой чудо-святыне идут верующие со всего света и получают исцеление от святого источника и от молитвы. Долгие годы преподобный Иов был игуменом Дубенского монастыря во владениях князя Острожского. Но после смерти князя его дети потребовали от Иова перейти в унию. Святой старец наотрез отказался. Его изгнали из обустроенной им обители, и Иов
пришел на Почаевскую гору, где уже было немало монахов-отшельников. Видя великие духовные дарования Иова, братья избрало его своим игуменом. Преподобным Иовом был построен собор, учреждена типография, была возвращена величайшая святыня, Почаевская икона Божией Матери, прославившаяся многими чудесами. Великий преподобный скончался в Почаеве в столетнем возрасте. Мощи его были обретены совершенно нетленными. Иов Почаевский также почитаем на Украине, как Сергий Радонежский на Руси. Казаки продолжили на Украине братское дело. Воевали с поляками, с турками и татарами. Сила их к началу 17 века была огромной. Даже король польский искал с ними союза. Но казаки требовали от короля соблюдения прав православных. Ясный вельможный король знает, что ты, Хмельницкий, как верный подданный короля, немедля приступишь к переговорам. Прими знамя короля нашего и смирись. До Вислы вас буду гнать. Если там зашумите, я вас и там достану. Вот идите и скажите об этом вашему королю. Соединится брат с братом, и не будет силы той, чтобы нас сломило. Богдан Хмельницкий потребовал участия митрополита Киевского в польском сенате. Удаление из Киева иезуитских школ. И если бы не предательство, казаки добили бы короля Казимира, но сами были разгромлены. И помощи они тогда попросили у русского царя. Так Украина объединилась с Россией. Тогда думали, что навсегда. Теперь во Львове остался один православный храм. Когда я сюда пришел, из нескольких сот приходов канонических, за 2,5 года осталось всего где-то около 15. Представляете, это все было разрушено, запуганы, шантажированы. Вы можете представить, какие использовали средства для того, чтобы священников заставить перейти в унию, в оскол. И в 92-м году осенью, когда я пришел сюда, собрались остатки, как-то легализировались. Не все просили, некоторые владыка, пожалуйста, не засвечивайте, пока все тихо, не говорите, что я к вам пришел. Я вот всегда с радостью, с удовольствием говорю, моя епархия единственная в мире, которая в военных, боевых условиях выросла на 400%. Кажется, действительно, что наша епархия как-то она выделяется, и жаль, что вот такая она жизнь. А я считаю, что в церкви, как в теле, а ведь церковь – это тело Христово, каждая часть нужна, и слабенькие нужны. Нужны богатые, процветающие, престижные епархии. А нужны такие фронтовые, которые другим пример показывают состояние в вере. То есть должен быть пример. Вот когда, знаете, есть изоляция, в любом деле, происходит такое варенье в собственном соку, и формируется что-то свое. И уния – результат вот этой попытки гибрида. Потому она дала такую особую религию, которая вот не воспринимается православными и католиками. Этот феномен, он несет в себе, вот, скажем, разрушение и конфликт. Конечно, унию не ликвидируешь, это не гуманно, это не по-христиански, и это не получится. Но пусть будет она, но форсировать ее, развивать, как на восток, вот туда и расширять влияние, это неумно и не по-христиански. Возлюби ближнего своего. Казалось бы, такая простая заповедь для каждого христианина. Как легко ненавидеть и как трудно любить. Пресвятая Богородица,
помоги нам. Прозелитизм – это меры, которые не могут применяться между христианскими церквами, потому что именно пословами, обещаниями, часто материальными благами, людей обращают в свою веру и склоняют к измене своей веры, в которой они были или крещены, или же корнями они уходят. Русская Православная Церковь не имеет отношения к собору 46-го года, который был созван инициативным комитетом униатов и который принял решение о возвращении вона Матери Церкви. Запрещенная Сталином греко-католическая униатская церковь юридически перестала существовать. Многие из униатов, которые оставались в душе своей приверженцами греко-католической церкви, они духовно окормлялись в течение 50 послевоенных лет в православных храмах, которые существовали на территории Западной Украины. И если бы между Московским патриархатом и Римо-католической церковью существовали бы те отношения, которые были провозглашены Вторым Ватиканским собором, то есть православные церкви были названы церквами-сестрами, то, когда пришла религиозная свобода в конце 80-х, начале 90-х годов, нужно было бы со стороны Римо-католической церкви сказать Русской Православной Церкви спасибо. А что произошло? На волне дикого национализма произошел разгром трех православных епархий. Если бы это происходило в диком средневековье, но когда это происходит в 20 веке, когда силой изгоняются православные из своих храмов, когда избиваются священнослужители, когда оскверняются православные святыни, это трудно себе представить, что это делается и совершается в отношении церкви-сестры. We'll be right back.